Всем привет! Ну что, друзья, пробежимся по моему рассадничку, покажу вам, что и как у меня растет. Начнем с моих любимых помидорок. Так, вот томаты у нас первой партии, которые были посажены в начале февраля. Вот они уже почти готовы к высадке. Вот для образца я взяла Оксанаду, зеленую богиню. Уже начинаем наблюдать бубенчики небольшие, цветочные кисточки. Только-только начинаются. Посмотрим корневую. Так лучше видно. Заполняет стакан. И вот через 2 недельки я буду высаживать. Думаю, что переваливать я не буду. Уже даже вот в этих стаканчиках. Сегодня запланирован полив у меня макбором. Рассада вся зеленая, веселая. Есть запасная рассада, то есть если вдруг что-то пойдет не так при посадке, у каждого есть второй экземпляр. Так, далее у нас вторая партия. Разница в 2-3 недели. Точно не... Да, в 2 недельки разница у них. Тоже хорошо развивается. Сегодня стаканчики буду наполнять до конца грунтом. Так, на свет. Корневая развивается. Сегодня полив будет тоже у этой партии. Скорее всего, с микроэлементами. Посмотрю по графику. Наверное, пролью кристаллоном томатным. Так, и вот у нас опоздун. Это сумасшедший вишнебарри, который я сажала и ждала всходов. Так, вот его виднее. Ну, молодец. Все-таки одна семечка зашла хорошо. Так. Где у нас совсем малыши? Этих ребяток, это гномы. Их я еще не пикировала. Вот можно посмотреть, как раз гном Динос от Брэда Гейтса. Вот, который получился один с картофельным листочком. И второй обычный. По сорту идет с картофельным, себе буду оставлять с картофельным листочком. Так. На днях их буду пикировать, они уже готовы к пикировочке. Что есть у нас еще? Конечно, перчики. Перчики. Эта партия не обрезалась, вот они уже в бутончиках. Это у нас низкорослые перцы. Гагашарчики Савелова. А вот это обрезанный перец. Это крымский острый. Пасынки начали активизироваться. Вот из каждого листочка, из-под каждого листочка пасыночек идет. Корневая разрастается, все хорошо с ним. Так, вот перчики здесь у нас стоят. Здесь острые. Так. И здесь у нас перчики сладкие, которые я тоже обрезала. Что есть еще? Лучок. Это у нас Exhibitions и ялтинский. Здесь растут и ждут своей очереди арбузы с подвоями. Это арбузики. Это подвой Фера и Лагинария. А это малыши. Огурчики проклюнулись. Все для прививочек. Скоро буду приступать. Это всходы базилика. А это 3 питомнички растут. Так, что еще показать? А, ну конечно. Свои арбузики. Арбузики мои.
Пока даю разогнаться плетям, их закручиваю в колечко. Это дыня. Все-таки решила я попробовать высадить в ведрах непосредственно в теплицу. Ну, пока развиваются хорошо. Женских завязей нет. Мужские цветочки я не обрываю. Так, это баклажанчики, которые не привитые. Сейчас покажу привитый огурец. Вот он. Прививала его уже взрослым, но он нормально себя чувствует. Но растет очень медленно. Так, вот у нас экспериментальный баклажан, который был привит на спецподвой. Спецподвой подвял. Я его переподвела на томат, на амурский тигр. Вот так он выглядит. Пока еще не прижился. Пока он у меня стоит под стаканом. Наблюдаю за ним. И сейчас покажу еще баклажаны, которые привились. Это я укореняю макушку амурского тигра. Так. Ну-ка, сейчас я проберусь, попробую. Вот два привитых баклажанчика. Так, вот они. Прививочка у них состоялась. Кто-то мешает здесь очень. Вот. Привит на спецподвой Эмперадор. Тоже пошел в рост. Так, посмотрим. Вот они, бутончики начинают. Это у нас Ксанаду зеленая богиня. Мы можем наблюдать ствол немножко с антоцианом, потому что этот томат будет с антоциановой окраской. Вот такие у меня дела. Так растут. Вот это томат-пушистик. Фузи-вузи называется. Такой очень интересный. Хочу такого пушистика. Сортов много. Томатов много. В этом году, конечно, посев у меня очень большой. Ну что, я пошла поливать. Вам всем пока-пока.